Масик, привет! Тебя на самом деле Масик зовут, европейская лань. Ты в американских мультиках мы тебя видели. Ну а что? Ну да. Ну ты, думаю, не агрессивно не станешь. Как-то так. Ты баиньки хочешь? Баиньки? Ты один-одинёшенек. Эх, Масик. Масик, а знаешь, кто у нас Масик? У нас Масик еще кошка пахлава. Вот так вот. Ты один только. Да. А вот дождик идет. Кто идет в дождик, а? Только мы идем в дождик. По зоопаркам города Ставрополя. О! Стоит, нас ждет. Кто? Верблюд. Мама. Страшно. А вот второй еще горб стоит рядом. А тут кто? Тут кто-то никого. Должен... Ой, как это никого? А вот поросенок Вазинау. Юго-Восточная Азия. Ух, хряк. Он не прыгнет отсюда. Не дразни. А что, если их кормить можно? Он может прыгнуть. Пальцы в клетке не совать. Ну, давайте мы посмотрим на тебя. О, нельзя, кыс-кыс можно. Он один тоже, так, наверное. Какие у него клыки, а? Да, дикий. Хотя на поросенка не похож, я бы сказала, может, дикий кабан. Ну, не хочет, друзья, выходить. Давайте на этого красавца. Их двое. Верблюды. Здравствуйте. Он раскачивается. Да он далеко еще раскачивается. Ой, под деревья сейчас встанем, чтобы дождик... А то дождик сильный, друзья. Вот этот слева точно двухгорбый, а тут... Раскачивается. Да он еще давно раскачивается. Видно, хочет плюнуть. Да, плюнуть. Попробуй плюнуть. А, это свинья прыгнула. Да, свинья спит. Ну что, верблюжье одеяло из тебя очень хорошее, если что. Но правда колючее, слышишь меня? Ну ты пушистик. Это был листочек во рту. Да. Ни туда, ни сюда. Кусь. Такие у нее глаз, близко реснички. Боюсь подойти. Да можно, но не нужно. Да. У меня 100 фокусов, я так не буду тебя отмолвить. Ладно. Пойдем дальше. Бай-бай. Хорошо.